Приветствую вас, дорогие друзья! Я думаю, что будет слышно, ветер просто ужасный. Здесь мы будем праздновать нашей милечке годик. Здесь очень холодно, ветер ужасный. Но здесь очень-очень красиво, мои хорошие. Мы всегда догадали. Ой, я даже не могу говорить. В гостях у Елены. Вот. Ветер сильный, но я думаю, дорогие друзья, что вы услышите хоть чуть-чуть того, что я вам говорю. Наш номер вот этот. А с другой стороны еще есть номера. Вот, так что вот такая вот красота. И я буду вам снимать. Добро пожаловать со мной. Наливайте себе чашечку кофе и садитесь поудобнее, наслаждайтесь. Надеюсь, что вам будет слышно и видно. Дорогие друзья, хочу показать вам дом до украшения, то есть до того, как нам красиво украсят столы. Я хочу показать. Это вот вход. Здесь вот туалет и зеркало, а это вот я. Привет. Это вот я. Это вот холл такой красивый. Здесь будет все для Эмилии. Это кухня. Здесь внизу я потом вам покажу. Тут сауна, бассейн, все тут есть. А это кухня у нас. Вот такая шикарная кухня. А, вот. Видите, здесь очень красиво, здесь просто богато, очень красиво. А там наша виновница торжества спит, и посмотрите на балконе, какая у нас красота, но это я вам потом покажу. Я просто хотела вам заснять до этого, ну, потому что это дом с номерами, да, там наверху наши номера. И вот, собственно говоря, вот этот вот шикарный зал, где мы будем праздновать. Посмотрите, какое это... Да просто слов нет. Вы сами смотрите. Я просто восхищаюсь. Молча надо восхищаться. Здесь очень красиво, очень уютно. Не подумайте, что я дикая, что я ничего такого не видела. Но здесь реально очень красиво и очень уютно. Очень. И это только сейчас начинается, потом будет красивше. Здесь наша красота будет сидеть. Внучечка наша любимая. И вот здесь все будут родные, близкие. Только вот... Посмотрите, елочка какая красивая. Здесь будут детки, здесь будут аниматоры, здесь будет очень-очень красиво. Так что, мои хорошие, наливайте себе чашечку чая, кофе и отдыхайте. Смотрите, какая елка шикарная. Здесь камин. И камин, поверьте мне, он работает, его топят. Мы уже здесь были. Вот. Здесь именно праздновали свадьбу именно Элины с Денисом, нашей дочери Элины с Денисом. И, так сказать, через год, вот, пожалуйста, красота появилась там. Ну, естественно, это уже, получается, 2 года после свадьбы, да, так. Вот появился человечек новый в нашей семье. Это наша принцессочка Эмилия. Вот здесь вот будем праздновать. Ровно здесь мы и праздновали свадьбу нашей дочки. Вот. Так что все будет очень красиво, все будет празднично, будет... Очень здорово. Дом очень красивый. На Вознесенке здесь очень-очень можно шикарно и качественно отдохнуть. Потом как-нибудь, ну, не как-нибудь, обязательно выйду на улицу и покажу вам. Это вот я в таком платьишке буду сегодня. Ну, вы еще меня увидите. Вот. Пока я еще макияж не сделала, только собираюсь делать. Жалко, конечно, нет Артема с нами. Это холл, потом там выход. Потом покажу, один выход есть, а летом вот там еще выход. Вот. Его просто зимой закрывают. Вот. И выход с балкона. Я уже вам показывала. На втором этаже тоже в каждом номере есть балкон и общий. Вот. Уже показывала. В общем, вот такая красота. Вот так мы будем отдыхать и праздновать годик нашей милой принцессочки Эмилии. Ну что ж, идет подготовка сладкого стола. Такая вкуснятина. Эмилии годик. Какая красота. Да, класс. Да уж, когда вы были маленькие, такого не было. Пошли фотографироваться. Такая вкуснятина. Когда вы были маленькие, то картофельное пюре, сосиски. Это точно. А вы мне не скажете, во Владимире это как называется?
называется ваша? Канибар. Как? Канибар. Ну, вот это вот сладкое? Нет, ваша фирма, которая обслуживает. Просто там не фирма, просто меня Мария Василец. Мария Василец, да. Вы есть в Инстаграме, да? Вот можете набрать Мария Василец, и в Инстаграме вот такую красоту вам смогут тоже сделать. Здравствуйте. И вот такую красоту. А там фотосессия идет. Вот такая прелесть. У нас тут свои официанты. Тепло, уютно, хорошо. Золото у нас шикарное. Я, знаете, что хотела вам показать? Здесь даже стулья именные. Видите? Вознесенск. А, какая красота. Вот у нас свое обслуживание есть. Такая красотень. Какая у нас вот. Что идет? Украшения, всякие разные коробочки. Чего только нет. И все это для одной маленькой девочки, для Эмилии. Красиво. Мне очень понравились вот эти вот штуки. Это мороженое, что ли, да? Эскимо на палочке. Ой, ну прелесть. Смотрите, есть и поменьше, и побольше. Ну все. Сладкий стол готов. Вот такой красивый. Красиво разложили. Что? Привет. Всем здравствуйте. Ты где сейчас находишься? На день рождения Эмилия. А кто тебе Эмилия? Сестренка. Вот так вот. Чтобы с вами. Понюхать. Пока понюхай. Кучно. Ой, только дай. Потом все детки придут. Это больше. Это, да, это детки больше придут и будете кушать, да? Вот такая красота. Знаете, что самое прикольное? Вот такие вот почки. Они сначала, смотрите. Их сначала берут такую... Ну, быстрее. Ну, как? Мини-букву. Такую. А, сейчас девчонки не знакомятся. А? Сейчас девчонки. Здрасте. И ее покрывают. Ну, как делать? Краской, конечно. Да, понятно. Рецептор Маркуша рассказывает. Я знаю. А как они называются? Ну, это плюшки такие. Плюшки? Плюшки, больше называли. Плюшки? Ну, понятно, плюшки. Они, короче, раскрашивают такой. Там есть такие... Красители, в общем. Да, красители для кондитерских изделий. Вот. Их крашут. Понятно. И получается цвет. Ой, красиво. Можно сказать, где я это узнал? Где? На канале Познаватель. На канале Валера! Познаватель. Я там звук поставил. Ой, девочки там собираются, идут к нам. Гости. Можно сказать? Гости Эмилии. Там очень много шоколада брали. И брали форму для алмазной кнопки. Ну, понятно. И вот так вот все плавит его и разливает. Но сначала берут немного белого, на правую баню ставят. Потом заливают значок. Походу дела, Маркуша пойдет по бабушке. Значок. А потом уже черным шоколадом все вверху обливают. Здравствуйте, девочки. Как зовут? Яна. Яночка. А это? Соня. Сонечка. Это мама Сони, я знаю, крестная Эмилии, да? Так. А это твоя двоюродная сестра, так я поняла, да? Да. Ой, как здорово. Вы куда пришли сегодня, девочки? А? В гости. На день рождения. Кому? К Элине. К Эмилии, а Элина это мама, да? Да. Ну, значит, будем сегодня танцевать, будем вкусности всякие кушать, да? Да. Вот, и хорошо. Ну что ж, хорошего вечера, хорошего праздника вам, да? Угу. Помашите. Все, главное, что... А ты познакомился, Маркуша, с девочками? Как зовут? Яна? Да. София. Соня. Вот, джентльмен. Как зовут? Яна? Ну вот. И познакомились. Так, деточки уже бегут. Вон принцессочка. Вон. Такую нам уже красоту накрыли. Только ты не упади. Вот такая красота. Уже накрывают нам на стол.
Викуля приехала? Сейчас пойду Арсюшу принимать. Гости собираются, смотрите, какая вкуснятина. Каждому салат. Здесь очень вкусно готовить, мы уже испытали не раз. Здесь вообще шикарно, смотрите, какая прелесть. Ой, виновница нашего торжества, вон она там бегает, это крестные. Это Арсюша что сказала, Эмилия крестный. И какая красота. Так. Это кто? Это бабушкина лапочка пришла. Бабушкин, все, бабушка берет на ручки. Дорогие друзья, фиксики. Фиксики приехали к нам. Ура! Фиксики, все тут дети. Вот это да, ребят. Пока Дед Мороз не занял с вами мешком, я положу сюда свой мешок. Ага. Ребята, ну-ка, слушайте. Растение сегодня. Это же ответственный день, правда? Как здорово. Ну-ка, давайте сейчас со всеми подружимся сначала. Пошли, я тебя познакомлю, давай хлопну ладошку и бум! Ой, еще раз! И давай! Вау! Ай! О, молодец, отлично! Слушай, берем тебя с собой на фон за комарами мухами. Отлично, хлопай. Давай цепляйся. Чего у тебя тут такое спрятало? Ничего себе, ты где уже открутил, ты такое? Нет. Давай, давай, пока вот сюда. Пошли. Друзья, вы где? Ах, боже, вы где? Ничего себе. Привет, давай, друг друг. Ай, как зовут-то? Ай. Вика. Вика, бом, я Толик. Теперь с тобой тоже подружились. Еще. А я знаю тебя. Да, ты все. Я тоже. Молодец. Опа, ничего себе, как подружился. Ой, знаете, там всяких приключений было, давай лучше у Симки спросите, да, там все пирожки. Слушай, давай выходим. Как же интересно. Сам дядя с колясочкой. Арсюша с дядей. Дочь, ты не устала? Доча? Вот моя доченька Илиночка. Эмилия, ее дочечка. Вот она моя красотка любимая. Ой, а всем привет сказала? Всем привет. Вон маленькая Эмилия. Вон она, принцесса, уже во втором наряде. Улыбается, ага, Эмилия тоже понимает. Сейчас она пойдет к фиксикам. Вот она. Вот она, виновница торжества. Ой, 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 топ-топ-топ. А там маленькая Златочка. Напомню, что у нас все родные, все близкие и друзья. В основном родные и близкие. О, давай, сестренка, обнимать немножко. Вообще. Давай, как кусал уже? Нет, хорошо. Нет, еще не кусал. Это не Вика, это Элина. Не путайте, они похожи. Они у меня погодки. Это моя красоточка Танюша. Привет. Нарядная. Там сыночек в няньках. Фиксики вызвали, аниматоры замечательные. Ничего себе! Слушай, ты тоже тоже Денис. Мне кажется, папа и Мили. Ребята, вы раз так хорошо растете. Все время на телефоне. Так, вот у нас сегодня весело, дорогие друзья, интересно. Очень хорошо. Все для Эмилии, фотографы, и аниматоры. Все-все. А то я второй этаж проверил. А мне нужны. А мне нужны очень внимательные помощники. Вы, кстати, внимательные, опять. А ну-ка, я проверю. Для начала. Ну-ка, ребята, раздумись. Официанты замечательные у нас вообще. Прям вверху. Так, запомни. Талон вверху.
Друзья, посмотрите, как у нас интересно. Посмотрите, что делается. Фиксики работают. И смотрите, Артюша спит. Я вам сейчас покажу под эту громкую музыку. Посмотрите. Поняли? Вот такой у меня внучек. Да, Вик? Мужчинки у нас там, кто на улице, кто здесь, а здесь девочки. А что, мы хотели так, я у него сама тряснулась. Я показала, как у нас Арсюша спит вообще. Смотрите, пожалуйста. Официантка открыла шампанское, и он под ее звук там не спит. Под ее звук руку просто поднял вот так вот, и дальше спать. Руку только поднял, и все, дальше дальше спит. Опа! Вот белое стекло! Ух ты! Не повезло! Я бы спал тут не было! Маркуша у нас в первых рядах! Маркуша! Зубами не грызи, говорит! А Златочка у нас там маленькая, вон она там стоит, красавица голубоглазая. Златочка, куколка. Такие у нас детки милые. Из деток здесь все родные. Маркуша, молодец! Одного зятя не хватает, старшего. А трое здесь.